Так, ну что? Итак, Да, ура! вот он, момент истины. Момент истины. И Мадзен-то за Саб-Зиро в итоге начинает свою игру. Ничего не меняется. Кстати, забавно. Один выбирает зараженный комнату Джинсей, другой выбирает обычное Ну да, Джинсей. понятно, светлая и темная сторона, в общем-то, Ага. и противостояние уже давнишнее. Точно-точно. Джедаи против ситхов, как обычно. Так, у нас гранд-финал. Пошумим, что ли? Воу! Хайп, Нет. хайп, get Нет. хайп. Что-то не хочется. Ну, давайте посмотрим. Надеюсь, будут как минимум техничные матчи. Главное, чтобы не были в одну сторону. И смотри, Так. мы... Оу! Нифига себе! Во! О-хо-хо! Мадзен просто сейчас какие-то чудеса показывает. То есть он сидел и ждал лоусая от Фокси Грампа, дождался. И в итоге подбежал, в общем-то, к нему Грампа. Такой, думаю, сейчас я тебя брошу. А Мадзен отпустил блок и говорит, не-не-не. Да, это действительно было отличное решение от Мадзина, пока они не торопятся. Мадзину не хватило стамины, за это он B1-2 съедает. Да, просто сейчас заведет в угол, и у Фокси не очень много метра. Фокси надо будет отойти на безопасную сторону. Да, удачно бейтит очень Мадзин от Фокси. Потрясающе, Лоусай. да. Ой-ой-ой, как можно было дропнуть такую комбу-то? Ну что ж такое, Мадзен? Вот уж от кого не ожидал. Очень. Пока осторожно, у Мадзина по-прежнему advantage. В ХП ненадолго, теперь все наоборот, лайфлит поменялся, нужно теперь подходить Мадзину. А Фокси по-прежнему ничего не боится, он просто пытается навязать свою игру с этой серией. И у него это прекрасно удается. Не рвет бросок Мадзин, не показывает то, что показывал нам до этого Айриш Мантис. Жрет второй бросок и И может надо быть просто... третий. Третьим сейчас может закончить у нас Фокси, но нет. Нет. Все-таки нормал. 20 секунд, казалось бы, не так много. Таймер стал быстрее, кстати, игра с последними патчами. И теперь у нас игры длятся не целую вечность, а всего лишь действительно 1,5 минуты. А всего лишь пол вечности, да. Полвечности. Тем временем, да, съедает на прыжку Фокси, не смог ее сантерить, но Мадзин от этого не извлек совершенно ничего. Мадзин играет сейчас в игру Фокси, и у него это плохо получается. Ну, в том смысле, что он позволяет Фокси делать вообще все, что хочешь. Несмотря на это, Фокси дропает комбу, но у него аж 3 метра. Мадзин уважает и просто позволяет прыгнуть в угол. Пытаться будет очень осторожно, да, как так есть Ой-ой-ой-ой. Мадзин есть. Он просто все поел. Да, ну Просто все. тут уже все. Тут уже чип оставался сделать буквально. Всего ничего. И Фокси просто добивают этими лоусами, которые, по-моему, даже не блочатся как следует. В общем, интересно. Не очень. Интересно, в скобочках, нет. Именно. Именно так. Так, ну ладно, Вот посмотрим. опять этот character лоялизм в игре, в которых так сильно завязан на контр-пиках. При всем при том, что у Мадзина реально сейчас по сути только два чара. И, насколько я знаю, после нерфа Саб-Зира его подропали вообще всех, кто можно. Прям Цайбер Саб-Зира, Ты всех. знаешь, я думаю, тут дело в том, что Мадзен думает, что Котлкан, наверное, не очень хороший пик против Мелины, и, в общем-то, Саб-Зиро он более уверен, как в Не, персонаже. это понятно, это дело. Ты вообще можешь часто посмотреть, что Мадзин порой теряется, тупо когда люди что-то могут ответить на его агрессивные там методы, там подбеги, сделай B1-2-2 экспису в лицо. Или там делай там бесконечные. Ставь бесконечные тотемы там на этот. Да, и вот Пенитент. наконец-то opportunity появляется для Мадзена. Подбегает, делает комбу. Сейчас вот не ведется на ролл. Ой, на ролл, почему на ролл-то? На клона Мелина. Очень многие попадались сегодня на этот прием. И вот да, дропает комбу в очередной раз Мадзен. Оказывается в углу, не очень приятное положение. И сейчас Фокси должен просто его замиксовать. Отвратительные риды со стороны Мадзина. У него что-то на самом деле совсем игра не клеится. Еще, на удивление, даже в углу он умудрился до этого плохо сконфермить и вместо там 35-40% сделать несчастные 20, которые Фокси, понятно, это дело, не испугается. Фокси вообще ничего не боится. Он очень осторожно боится Мадзина, чтобы тот ему не нажал лишних кнопок. И вот нет конферма. Мог бы там сейчас запульнуть бы этот айсбол свой, Миленя, и... Да, вот примерно так. Со второго раза Наконец-то дождались. получилось. Он просто аккуратно пытается завести в угол Фокси. И почему же не пытался нажать кнопку в воздухе, чтобы выбить его?
Фокси... бросочек. Фокси на коне, у него все больше здоровья. Сейчас немножко меньше, но это не так страшно, потому что есть три бара. Фокси сейчас пытается, наверное, прочитать попытку Мадзина что-то выкидывать, чтобы сделать эксфаербол. Ай-яй-яй, просто нельзя прыгать на Мелина на такой дистанции. Как вы видите, да, просто огромный дамаг вливает все. Кстати, странное решение, потому что он нанесет на... Ничего себе, да Несколько ладно. процентов, да, Да нет, 52 нет. и Да ну сказать, чуть-чуть. на 20% практически. Я, кстати, не знал, что настолько большой дамаг у Мелины с X-Ray. Нереальный урон. Да, И... вот ты Да, обрати внимание, 2-0. как вот этим вот серией, там, B1-2 пользуется Фокси. Да, то есть у него настолько это круто, он прям вот знает, с какого расстояния нужно делать, чтобы не попасть в клона, например, да, с какого расстояния нужно Да, это, делать, кстати, чтобы на прыжку хорошо подметил. контрить. Многие вообще вот говорят, вот как вы запарили играть на своем, на Мелине, вот он делает одну серию B1-2, как он вообще кого-то побеждает. Вы что, даже не помните Брюса Ли, который говорил, что главное не 10 тысяч приемов выучить один раз, а один прием 10 тысяч раз, то есть в таком духе. То есть, если человек умеет так хорошо понимает, как спейсить один нормал, который одну серию, один нормал, который настолько крут, то, как вы видите, по результатам европейских, что вот уже вторая неделя, он в финале. То все он правильно Да, в делает. финале, и О! причем далеко не проигрывает. И вот снова, да, отличный спейсинг там демонстрирует Фокси Грампа. Мадзин ничего не может пока что сделать. О, вот, не сработал антиэйр. Была отличная возможность у Мадзина наказать Фокси, но, увы, не воспользовался ей. Снова бросочек. Мадзин не хочет, как выражается один мой старый знакомый, не хочет надевать бутсы, не хочет уравнивать ситуацию, потому что я считаю, что проблема даже не только в том, что насколько хорошо Грэм поиграет, а насколько, мне кажется, плохой этот матчап, вообще просто неумолимый. Даже в углу, один из единственных, наверное, где в углу даже Саб-Зира ничего толком Мелине не может противопоставить, только когда у той нету метра совсем, а у Фокси сейчас целая его бочка, и Мадзину приходится тратить метр, чтобы не сесть рандомный X-Roll. Наконец-то он вынуждает Фокси потратить метр, возможно, мы сейчас увидим геймбрейкер, да нет, вместо этого он рифает и Ну позволяет что ж Фокси... такое, да, не рассчитал немного расстояние оверхеда. Хотя вот в прошлый раз со второй попытки все-таки удалось заставить ему Фокси сесть. И очень опасное движение, не конфермит Фокси. В итоге мог получить комбу, но Мадзин его почему-то прощает. Очень странно. Два раза подряд он уже дропает. Мадзин при этом допускает какое-то сейчас терминальное количество ошибок. Он конкретно плывет. Очень сложно морально ему играть. Если это был намеренный виф, то это было очень круто. Но я честно скажу, это было не похоже на намеренно. Мадзин просто закашлял, а Фокси слишком поторопился. Только стоило и раунда таки. Таки Возможно... да. Таки согласен с вами, коллега. И вот да, снова разрыв бросков. Да, посмотрим сейчас, чем сможет Мадзин в углу нас порадовать. Пока что набивается комба небольшая. Ай-яй-яй, и неожиданно Не слишком медленный успевает. X-Roll. Да, слушай, я, кстати, не знал. Вечно Чипеди что-то не знает, говорит потом всякую чушь. Да, уверенно, уверенный, совершенно уверенный ран от Мадзина. Мадзин не должен дропать. Да, отличный. Ну и тут Хороший уже бой. нужно добивать, естественно. Отвечает бруталочкой на за все предыдущие обиды. 2-1, смотри-ка, 2-1. Невероятно. У Фокси еще есть шанс показать себя, конечно же. Всего лишь один раз ошибся, да, для того, чтобы На, получи респект, один. одно очко Ага. получает Мадзина. Видимо, все-таки подгорает у Фокси в том числе. Да нет, Несмотря. я не думаю. Вот Фокси в этом плане, он вообще практически терминально спокоен. В любой ситуации. Он, ну, может быть и спокоен, он может начать там дропать что-то, когда у него не получается. Но он очень философски может относиться. И в принципе, философски относится к поражениям. Всегда старается. Он говорит, нет смысла просто. Говорит, ты перестаешь обращать внимание на свои ошибки. Просто пытаешься найти оправдания какие-то. И рандомный слайд. Смотри-ка, начинает Мадзин с рандомного слайда, и это приносит ему Слушай, не победный метр. посмотрите, и Фокси уже начал торопиться. Неужели Мадзин все-таки на коне у нас? И при этом посмотрите, какая вот та ситуация, когда два игрока знают друг друга. Посмотрите, никаких вообще лишних движений совершенно. Да, Мадзин будет 100% это панишить. Несмотря на это, у Фокси есть метр, ему нужно об этом беспокоиться, как минимум. Не угадывает лоу Ой-ой-ой. и дропов со стороны Мадзина. Просто Уверенно. потрясающую хладнокровную игру сейчас Мадзин показывает, и смотрите, это приносит ему успех. То есть он вполне это себе впечатляющий лайфлит. Не сказать, что О! прям сильный размер, разрыв по метру, и, в общем-то,
Мадзен сейчас в очень хорошем положении. Да, Мадзину сейчас главное не как не отпустить Да, не Мелину потерять из угла, преимущество. да. Как истинный джентльмен, он должен зажать Мелину в углу и сделать с ней все, что полагается. Ох, ох уж эти намеки. Так, осторожная игра, да, в этот раз Фокси решает, что... И Мадзин торопится, Мадзин стал прыгать, нельзя прыгать. Не... Это то, что Фокси прежде всего от тебя в данном случае ожидал, пытаться что-нибудь прыгнуть, но Мадзин абсолютно все равно он прыгает второй раз, но проигрывает контрпок игру и жрет бросок. Так, слайд и О, нельзя да, прыгать, уже да. не работает рандомный слайд. Пару раз сработал, но все. Успокойся, Мадзин, больше нельзя. И у нас матчпоинт для Фокси Грампа. Посмотрим, что сможет Мадзин сделать. Сейчас его жизнь буквально висит на ниточках. На волоске. Так. Да, Да, не торопится, опять не Фокси. торопятся вообще. И Фокси особенно, потому что в отличие от Сабзира, он может спокойно стоять, кидать свои саи, а Мадзену нужно тратить метр для того, чтобы была возможность подойти. Да, Фокси не... Ох, и Мадзен рвет бросок, хорош! Да, и в этот раз Мадзен не получилось ворваться заранее с этой серией. Ой-ой-ой. Мисконфермы, вифы, да что ж происходит? Мадзин, не торопись, ты убиваешь себя. Так, контрпоки. Ничего не угадывает Мадзин, не угадал бросок он. Бросочек, и тут буквально на пару бросков осталось. Жизни-то уже. Да что тут Очень происходит? рискованный лиф метра, ну И что все, такое? все, Ну все, это все, все, чип, это все, уже это все, все, все. все. Без вариантов. Мадзин поплыл в самом конце, отдал 2 метра, сделал эксклон, экс-фаербол. Без какого-либо... Да. Казалось бы, Вообще... так уверенно начинал вот эту вот последнюю игру, да, там говорил, что вот, все, Мелину зажимаю в углу, мочу ее, мочу, и даже взял раунд, даже были попытки, Так, намеки, точнее. так хорошо, так того, что он перестал плыть, начал навязывать свою игру. Там уже было заметно, что Фокси стал ошибаться конкретно. Но в конце поплыл и ближе, ну там опять же ближе к концу, простите за тавтологию, его действия перестали иметь всякий смысл. А опять эта концовка, то, что ты в любом состоянии, неважно, насколько оно плохо, должен уметь создавать хладнокровие. А такое чувство, что Мадзен просто такой: ладно, все, я проиграл, вот держи эксклон, а вот держи экзаморозку, просто добей меня телепортом. Ну, это было, ну, как минимум, не... Да, игра жест не его отчаяния. калибра. Жест Да. отчаяния, действительно.